Get Movies. Канал для всей семьи. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Раз, два, три, стартуем дружно. Мы туда, где снова беда, чтоб этот мир зеленый защитить. Мы команда друзей отважных. Столько дел полезных и важных нужно нам сегодня совершить. Сработано. Ах, идеально. Лия, я выиграл! Эх, видела бы ты, как я забил гол! Бак даже повернуться не успел, а я уже тут как тут. Вжух! Бау! Пныщ! Я просто испугался этих звуков. Ну вот опять. Просто умей проигрывать. Да, Сквики? Скаут! Что? Вы тут бумажку с речью не видели? Ладно, скажу своими словами. Сегодня очень важный день для нашего города Зеленый. Крестик. Крестик, чтобы что-то не забыть. Но что? Ах, да-да-да-да-да-да. Сегодня мы открываем новый завод. Ножниц ни у кого случайно нет? А, видать, какой-то новый вид образовался. Рыбус, розус, светус. Ого! Их фото будут отлично смотреться в моей коллекции. Вообще все! Таких грязнуль еще поискать надо! Так зачем искать? Вот он я! Ты испачкал, тебе и убирать! Ли, ну сдалась нам эта уборка! Может, лучше в футбол? Зеленая тревога! Зеленая тревога! О! Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Фу, а это что за бяка? Это отходы с нового завода. Похоже, что-то не так с фильтрами. Беатрис, свяжись, пожалуйста, с инженером. Так, где мои очки? Ах, дома забыл. О, команда Флоры! Привет! Привет, инженер! Ты видел, что случилось с нашей речкой? Ты что, не поставил фильтры на трубы с жидкими отходами? Фильтры? Точно, фильтры! Так вот зачем был крестик! Нужно срочно остановить производство! А мы с командой в это время очистим реку. Да, сейчас же все остановлю. Вот только надолго эти трубы перекрывать нельзя. Лопнут из-за давления. Тогда все вокруг будет в отходах. Команда, нам нужно срочно очистить реку. И тут чистить? Да что ж такое? Обожаю уборку. И как мы это сделаем? С помощью специальных бактерий. Я недавно усовершенствовала один вид. Теперь они питаются отходами как раз таких производств. Ну, хоть без этих тряпок и швабр. У природы беда,
Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила репейника! Сила перекати-поля! Сила клевера! Сила лотоса! Сила Флоры! Фортуна, вот бактерии. Их нужно рассыпать над всей рекой. Рыбки, мы вас спасем. Флора, ты гений. Можно сказать, чисто сработано. Как по мне, можно еще чище. Ле, стой! Нельзя так много! Да я чуть-чуть! Просто вода недостаточно чистая. Ле, что ты наделала? Сейчас я все исправлю, только не знаю как. Флора, что это? Это какая-то мегабактерия. Лия, я же говорил, чистота до добра не доведет. А может, эта мегабактерия не такая страшная? Не похоже! Бежим! Чего это она на меня так смотрит? Да что тебе нужно? Чего ты за мной бегаешь? Скаут, просто ты главный грязнуля. Лия, сейчас не время меня учить. Я тут как бы это... немного занят. Ай! Я имею в виду, что ты для нее лакомый кусочек. Это же бактерия, которая любит грязь и отходы. А ты для нее что, главный враг, раз такая чистюля? Скаут, у меня идея. Беги ко мне! Ты хочешь, чтобы нас обоих съели? Доверься мне! Если эта мегабактерия боится чистоты, то я смогу ее остановить! Да без проблем! Лиана, хват! Цепкий захват! Скаут, ребята, простите меня. Кажется, я перестаралась с чистотой. Да ничего, то, что я главный грязнуля, нам тоже не сильно помогло. Бактерию я доработаю, чтобы больше не было этих мега-последствий. О, справились? Спасибо вам, я на заводе уже все поправил. Теперь во всех трубах стоят новые фильтры. Плохо, что ты сразу об этом не позаботился. Выброс отходов в воду – это очень опасно. Беатрис, расскажи, пожалуйста, про это подробнее.
Когда отходы сливают в реки, вода разносит их на сотни километров. И все это попадает в моря и океаны. В результате загрязнение носит глобальный характер. Из-за этого страдает весь животный мир и сами люди. Если не контролировать количество отходов, то в конечном итоге вся планета будет заражена. Обещаю, такое больше не повторится. И ничего важного я больше не забуду. Точно, точно. Так, а это еще что за крестик? Незваный гость. Ух ты, Флора! А что это у тебя за штукенция такая? Это скаут, антигравитационный ранец. А зачем тебе такой ранец непонятный? Что в нем носить? В этом ранце не надо ничего носить. На нем можно летать. Причем очень экологично. Топливом служат различные отходы еды. Круто! Флора, а можно я тоже полетаю? Извини, скаут, но ранец еще не доработан. Нужно провести диагностику и тестирование всех систем. Да уж, даже ранцу нужно тесты сдавать. Давно я в поход не ходил. А место-то какое для отдыха? Красота, тишина. Это надо срочно запечатлеть. Если я чуть-чуть полетаю и сразу же все верну на место, никто же не заметит. Маленький полет для скаута, но гигантский полет для человечества. 3, 2, 1, поехали! Ничего, сейчас разлетаемся. Скаут, но я же просила не трогать ранец. А я и не трогал. Ну, может, чуть-чуть. Нельзя брать чужие вещи без разрешения. Но, Флора, ты же мне не чужая. Скаут. Все в порядке, я его поймал. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Команда Флоры, помогите! Привет, турист! Что случилось? Тише, тише! Он вроде уснул! Кто? Интересно, почему медведь к нему в гости пришел? Стрековизор, покажи, пожалуйста, окрестности! Вот в чем дело. Здесь его дом. Это не медведь пришел в гости, а турист. Причем без приглашения. Я так и знала, что Мишка не виноват. Нужно помочь туристу. Да, с такой махиной я еще дела не имел. Нет, скаут. Мы поедем на задание без тебя. Ты уже сегодня натворил дел. Хм. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила репейника!
сила лотоса! Сила флоры! Здоровому организму здоровый сон. А этот организм прямо здоровенный. Как хорошо, что вы здесь. План такой: Лия, ты сплетешь сетку вокруг медведя. Затем мы все вместе перенесем его обратно в берлогу. Главное не будить Мишку, он так сладко спит. Это точно не в наших интересах. Разобраться с медведем не могут. Эх, если бы я там был. Извините. Ох, чертополох! Ой-ой, бедный Бак, что же делать? Спасите! Бак, ты только не бойся, медведи чувствуют страх. А я и не боюсь, я очень сильно боюсь. Мишка, не ешь его, он невкусный. Флора, я знаю, как спасти Бака. Говори, только быстрее. Мне нужен твой ранец, можно его взять? Видишь, я спрашиваю. Скаут, у нас сейчас нет времени на эксперименты. Но это самый быстрый способ отвлечь медведя. Я буду делать, а ты контролировать. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, бери, раз ты так уверен. Может, все не так плохо? Вдруг этот медведь боится высоты? Скаут летит, всех победит! Ах. Скаут, это и есть твой план? Сейчас, одну секундочку! Раз косолапый пришел на запах еды, значит и уйдет благодаря ему! Умотал я Мишку. В ближайшее время из берлоги он точно не вылезет. Спасибо, Скаут. Мне-то за что? Это все Флора и ее гениальный ранец. Флора, прости меня, пожалуйста. Теперь я всегда буду спрашивать разрешения. Договорились. Отличная работа, укротитель медведей. Спасибо, друзья! Я уж думал, останусь в этой палатке навсегда. Это все потому, что ты ее поставил не по правилам. Беатрис, расскажи, какие правила нужно соблюдать, когда идешь в поход?
Чтобы не тревожить местную фауну, в походах нужно соблюдать простые правила. Например, не топтать и не разорять муравейники. Всю еду следует хранить в закрытых контейнерах, потому что ее запах может привлечь диких животных. И самое главное, располагаясь на ночь, проверьте, чтобы выбранное вами место уже не было занято лесными жителями. Я все запомнил! Честное туристическое! А никто случайно мой фотоаппарат не видел? Остров мусора. Наконец-то я могу расслабиться и отдохнуть от фокусов. О, это же Леди Фокус! А? Здравствуй, Леди Фокус! Пончики, круассаны, свежие кексы. Мой звездолет к твоим услугам. Куда нам мчать? Ой, ничего не надо, спасибо. А можешь показать фокус? Хотя бы один. Фокус? Конечно. Здорово! Еще! Браво! Еще! Фокус! Внимание! Совсем новый фокус. Испарилась. Мои круассаны! Ни лимоны, ни варенье, а чудесное печенье. Опять не получилось. Чтобы в тарелке появилось печенье, его сначала нужно принести, а не махать по воздуху игрушечной палочкой. Много ты понимаешь в фокусах. Вот если бы здесь была Леди Фокус, она бы показала, как правильно их делать. Ни лимоны, ни варенье, а чудесное печенье! Леди Фокус, как здорово! Поучишь меня фокусом? С радостью, но попозже. Представляете, совершенно негде отдохнуть. Везде меня узнают и просят показать фокусы. Вот был бы какой-нибудь совершенно безлюдный пляж. Есть идея. Беатрис, поищи, пожалуйста, в море необитаемый остров. Запускаю поиск со спутника. Найден один необитаемый остров. Как здорово! Вот бы поскорее там оказаться. Возьми рацию. Ведь остров далеко, стрековизоры туда не долетают. Спасибо. Красота! Какое блаженство! Тут меня никто не потревожит. Леди Фокус, прием! Это Лия! У тебя все в порядке! Да, Лия, не беспокойся, все хорошо. Леди Фокус, прием! А как делать этот фокус с исчезновением под полотенцем? Я покажу, когда вернусь, ладно? Леди Фокус! Так лучше. Теперь можно спокойно позагорать. Как хорошо. Теперь можно отрепетировать новый номер. Где мой чемоданчик для фокусов? Ой, что это? Педали не крутятся, застряли. Леди Фокус, прием! Леди Фокус! Леди Фокус,
не подходит. Хе, это неудивительно. Просто ей хочется побыть одной. Не переживай, Лия. Если бы с леди Фокус что-нибудь случилось, она бы обязательно с нами связалась. Да, ребята, наверное, вы правы. Ой, а где моя волшебная палочка? Кажется, ты оставила ее в штабе. Что же делать? Рация! Магия и грация! Да вернется рация! Кругом один мусор! Я пропала! А! Вот ты где! Смотрите, это надпись на острове, куда отправилась леди Фокус. СОС. СОС. Ой, а что это значит? Так пишут, когда зовут на помощь. Леди Фокус в беде, нужно скорее ее спасать. Но как мы попадем на остров? Он ведь очень далеко. Так, спокойно. Мы с Лия полетим на флоролете. Лотти, поплывешь на серф-листе. Остальные остаются в штабе. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Лотоса! Сила Флоры! Сколько мусора! Откуда он здесь? Приплыл из моря. Из моря? Неужели где-то произошел огромный сброс мусора? Может, это инженер что-то испортил на мусороперерабатывающем заводе? Выясним, когда вернемся. А сейчас давайте соберем весь этот мусор в кучу и заберем с собой. Здесь его оставлять нельзя. Суперлейка, воду полейка! Хват, цеп и захват! Мой чемоданчик для фокусов! Леди Фокус, осторожно! Спасибо. Ребята, но как вы здесь оказались? Так же, как и леди Фокус. Как же теперь быть с мусором? Нам не хватит сил его утащить. А что, если превратить его в плот? Я случайно оставила ее на пляже. Так вот откуда в море эти мусорные острова. Они образуются из такого вот оставленного или брошенного на берегу мусора. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Моря и океаны полны мусора. Некоторые мусорные острова уже достигают размера целой страны. Мусор сильно вредит морским обитателям. Если не остановить его распространение, то скоро он будет повсеместным. Какой кошмар! Я обещаю больше никогда не оставлять на пляже мусор. Прости, что выключила рацию.
Да ладно, я сама виновата. Не давала тебе отдохнуть. А пойдем пить чай. Заодно научу тебя новым фокусам. Ой, леди Фокус, говорят, ты придумала фокус с полотенцем. Покажи нам, пожалуйста. Конечно, смотрите. Вуаля. Ого, испарились. А вы не хотите помочь нам с другим фокусом? Нужно, чтобы весь этот мусор тоже испарился. Есть идея! Повезли его ко мне на завод. Будем перерабатывать. Ура! Танцуют все. Лоти, прием! Почему ты не готовишься? Завтра же праздник танцев! Наверное, потому что танцы меня не интересуют. Не интересуют? Но ведь это так круто! Это как летать! Предпочитаю твердо стоять на ногах, а лучше сидеть. Привет! Нам два круассана, пожалуйста. О, какая прелесть! Кто это? Откуда? Это панда. Мне ее в путешествии подарили. Может, селфи? Ваши круассаны. Спасибо. Отличная идея, Лия! Лоти, Лоти! Пойдем с нами танец сочинять! Вот еще! Не люблю я эти ваши танцы. А я видел, как ты под музыку, как бы это сказать, покачивался. Лоти, если ты не умеешь танцевать, мы тебя научим. Да, Лоти, давай научим. Зеленая тревога. Так, танцы пока отменяются. Беатрис, стрековизор на экран, пожалуйста. Это же роща, которую мы недавно высадили. Ой, точно. А что с побегами? Они все переломаны. Может, это ветер? Давайте быстро поможем побегам, а потом вернемся, потренируем Лоти и придумаем общий танец. Нет, нет, нет. Занимайтесь своими танцами, а в роще я сам разберусь. Я с тобой, а танец потом отрепетирую. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила перекати-поля! Сила лотоса! Интересно, что же повредило побеги? Ветра вроде не было. Да, непонятно. Послушай, Лоти, а ты что, правда не хочешь научиться танцевать? Ну, вообще-то я бы хотел. Просто боюсь, что другие смеяться будут. В смысле? Мы же друзья, мы не будем смеяться. Знаешь что? Я тебе прямо сейчас мастер-класс дам!
Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Все просто. Теперь ты. Раз, два, три, точка. Лотти, ты слишком напрягаешься. Расслабься, порхай как бабочка. Ой. Я же говорил, что все смеяться будут. О! Огромное чудовище! Мы прыгнули, и вот. Вы правильно сделали, ребята, что нас вызвали. Неизвестный опасный вредитель в лесу – дело серьезное. Все вокруг осмотрели, никого нет. О, привет, команда Флоры! Я тут ищу кое-кого, не видели? Это он все побеги погрыз. Я? Я ничего не грыз. Не ты, вредитель на твоем фото. Это же панда! Беатрис, расскажи о пандах, пожалуйста. Панда или бамбуковый медведь. Территория обитания Китай. Питается бамбуком, который растет на ее родине. Все ясно, у нас бамбук не растет. Вот панда и ищет еду на замену. И где нам теперь искать этого мишку-вегетарианца? Ну да, огромного размера. Срочное сообщение от фермера. Флора, тут какой-то странный медведь на огород напал. Весь урожай мне погрыз. У нас в оранжерее растет немного бамбука. Я смогу сделать из него достаточно корма. А вы пока спасайте огород. Ой, что же ты натворил? Команда Флоры, наконец-то! Вот, смотрите! Нет, только не тыква! Ребята, заходим с разных сторон. Поласковее с ней, пожалуйста. А? Она еще передразнивает. Лиана, хват, сделай захват! Попалась? Ой! Рябей, тыкве панду приклей! Я ее держу! Ой, какая она мягкая! Шар-супер-таран! Эй, не надо таран! Смотрите, она все повторяет за скаутом. Повторюшка. Панда повторяет все наши движения. Это можно использовать и отвлечь ее от огорода. Если бы я не знал, что Лотти не любит танцы, я бы решил, что он танцует. А ведь и правда. Лотти, ты танцуешь? Я? Но я не... Ой! Ребята, нужно поддержать Лотти. Лотти, танцуй, мы с тобой! Приготовила печенье из бамбука. На неделю хватит. Беатрис, расскажи об экзотических животных, пожалуйста. Животное, привезенное из далекой страны, может навредить местной природе и пострадать само. Например, известны случаи, когда крокодилы сбегали от хозяев и застревали в городской канализации. А
завезенные в Австралию кролики однажды уничтожили обширные территории лугов. Турист, панду нужно вернуть домой. Я согласен, там ей будет лучше. Ой, ребята, мы же так и не придумали общий танец. Лия, благодаря Лотте мы все придумали. Он у нас сегодня танцор номер один. Ого, а ты говорила, на неделю хватит. Ha 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 ha